саженцы азалии Пурпертраум вырастают около от 15 до 20 см в высоту и смотрятся компактно и аккуратно. Листики небольшие, овальной формы, блестят на солнце. В мае-июне зацветают крупными, темно-розовыми цветочками, которые очень эффектно выглядят на фоне темной, мелкой листвы. Достоинство азалии Пурпертраум. Можно выращивать в вазонах. Нужен легкий уход. Красивое цветение. Крупномеры азалии Пурпертраум можно выращивать на участке или в вазонах дома, нужно лишь хорошо освещенные места. Используются для небольших клумб возле усадьбы или в качестве украшения в контейнерах возле лестниц или беседок. Азалии гибридные Пурпертраум – это кустарники высотой 60 см, диаметром 80 см. Цветет растение в месяц май, июнь. Окраска цветка пурпурно-фиолетовый. Лист растения по форме продолговатый. Весной листва по цвету темно-зеленая.